большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин. При такой расстановке у каждого игрока есть партнер на линии. И обязательно партнер, который должен подстраховывать. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Вас на большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин. При такой расстановке у каждого игрока есть партнер на линии. И обязательно партнер, который должен подстраховывать. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Вас на большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин. При такой расстановке у каждого игрока есть партнер на линии. И обязательно партнер, который должен подстраховывать. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Вас на большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин. При такой расстановке у каждого игрока есть партнер на линии. И обязательно партнер, который должен подстраховывать. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Вас на большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин. При такой расстановке у каждого игрока есть партнер на линии. И обязательно партнер, который должен подстраховывать. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Забирает мяч голкипер. Марек Гамши. Аллан. Хосе Калихон. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли.